Мне на самом деле сегодня действительно произошла очень удивительная вещь. Это еще началось, когда я сюда поехала. Я случайно вышла в Мытище. Я, кажется, даже кому-то об этом говорила. Вот, я подумала, что, ну, так всегда только со мной может быть. Пошла покупать новый билет, чтобы добраться до Пушкина. Я в банкомате заживала карточку. Просто он мне не отдал. Я подумала, если мне сейчас вызывает кого-то звонить, то значит я опоздаю на служение. Я все это дело оставила, пошла, купила билет за наличные. У меня два билета, могу показать. Один куплен до Пушкина, и второй до Пушкина. И потом, во время первой части, я захотела открыть кошелек. Я открыла кошелек и увидела, что у меня карта на месте. Прославьте Иисуса.